На каком стадионе все это было? Хорошо. Ваша защита судья, это адвокат Кулик, Николай Михайлович. Вы согласны быть честным? Да, ваша честь. Пока присядьте. Данное дело рассматривает судья Василевский, секретарь Мансурского. В деле участвует прокурор Петеркина, адвокат Назаров. Лица, участвующие в деле, вправе участвовать в заседании суда в конституционной инстанции, заявить отводу составу суда секретарю прокурора адвоката. Также стороны вправе заявлять ходатайство в том числе об исследовании материалов дела, выступить в премии, выступить в среде. Постановление Замбургского районного суда города Твери 2 июля 2017 года в отношении Жукова Лениса Владимировича изменить. Установили срок содержания его под стражей по 23 августа 2017 года включительно. В остальной части постановление суда оставили без изменений. Апелляционные жалобы обвиняемого защитника без удовлетворения. Апелляционное постановление может быть обжаловано в президиум Тверского областного суда в порядке, предусмотренном главой 47. Со значком 1 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Денис Владимирович, вам понятно принятое решение и порядок его обжалования? Да, ваше. Значит, копия, точнее, в окончательной редакции постановления суда будет изготовлено в течение 3 суток. Вы сможете получить его в Замбургском районном суде, куда необходимо обратиться с соответствующим ходатайством. Это вам понятно? Да, ваше. До свидания по данному делу.